Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание энергетике дня 31 октября. Поговорим о том, что же ожидать от этого дня, а также на какие события и моменты стоит обязательно обратить внимание. Друзья, далее все в этом видео. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, вам ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Итак, друзья, 31 октября, и числом этого дня выступает число 5. Это число означает, что в этот день сила, успех, благополучие, красота, ум, смышленность будут нас окружать на протяжении целого дня. Главным символом этого дня является сокол, и это означает, что сегодня нужно провести ритуал, который защитит вас от любого негатива и вмешательства извне, такого как приворот, сглаз или порча. Когда-то такая птица была только у богатых людей, и их могли позволить себе только особы царской крови. Для других людей эта птица была недоступна. Также во многих культурах эта птица считается правителем над другими птицами, так как обладает мощью и энергетической силой. Проснувшись утром, обратите внимание на то, с каким настроением вы проснетесь. Если настроение хорошее, значит в течение дня у вас произойдет счастливое событие. А если настроение у вас плохое, это означает, что в этот день человек, которого вы считаете близким, проявит свое истинное лицо, так как произойдет ситуация, в которой он не сможет скрыть все то, что на самом деле находится в его душе. Не расстраивайтесь, когда это произойдет, наоборот, поблагодарите за то, что так получилось, и вы увидели, кто на самом деле возле вас находится. Используйте этот день себе во благо. Он откроет перед вами много новых возможностей. Главное, нужно изменить свое направление, и данный день подскажет, какое же вам правильное нужно выбрать, чтобы добиться успеха. Цените сегодня все знакомства, которые у вас получится приобрести в данный день. Утром уделите внимание тому, чтобы обтереть обходную дверь проточной водой, предварительно кинув в нее 5 лавровых листьев. Когда будете протирать свою дверь, нужно будет обязательно сказать такие слова: «Сильные энергии в этот день в воздухе летают, я их к дому своему в большом количестве привлекаю, вход в него от накопившегося негатива очищаю». Это простое действие поможет вам убрать все плохие энергии и освободить вход в ваш дом для нужных энергий, которые сделают энергетику дома более сильной и крепкой. Но это действие обязательно нужно проделывать до тех пор, пока кто-то первый выйдет из дома, так как потом оно уже будет неуместным. Человек, который выйдет, он соберет на себя весь негатив, а затем снова принесет его в дом. Поэтому рассчитайте время так, чтобы сделать все вовремя. Когда закончите, обязательно занимайтесь своими обычными утренними делами. Делайте все спокойно, не нервничайте, больше улыбайтесь и притягивайте к себе такими действиями хорошей энергии, которые окружают вас и будут придавать вам сил и помогать в нужные моменты. Перед тем, как выйти на улицу, подожгите свечу, любую, которая есть у вас в доме, и поводите ней над всеми пальцами левой руки, при этом проговаривая такие слова: «Сильные энергетические каналы, отворитесь мне в течение дня, послужите, сильные энергии притяните, биополе укрепите, беды отгоните, в осуществлении заветной мечты помогите». Это простое действие в течение дня будет вам помогать. Проявите сегодня энтузиазм во всех своих начинаниях. Вы должны быть уверены во всем том, что вы делаете. Настройтесь на то, что вы обязательно все закончите, как вам нужно, и результат обязательно превзойдет все ваши ожидания. Вы сейчас способны на многое, поэтому не откладывайте ничего на потом. Идеи, которые у вас появляются, должны быть осуществлены сразу же, ведь только уверенность и постоянное движение вперед помогут ничего не потерять на своем пути, а только приобрести. У учителей, которые неправильно себя повели по отношению к какому-то ребенку, в этот день возникнет неприятный разговор с родителями. Вы должны быть готовы извиниться и признать свою ошибку, иначе конфликт, в который это все перерастет, разрушит вашу карьеру, и, возможно, вы потеряете уважение среди коллектива.
День будет удачным, если с кем-то не ладились отношения в коллективе, уладьте этот вопрос в данный день. У вас все получится так, как нужно, и от данной ситуации не останется и следа. Все дела, за которые будете браться в течение дня, будут успешными даже в те моменты, когда вы будете знать, как правильно поступить. Кто-то из тех, кому вы помогали, будет подталкивать вас в правильном направлении. В коллективе будут окружать вас взаимопонимание, уважение и взаимопомощь. В этот день возможны плановые проверки по работе, поэтому вам всем нужно объединиться, чтобы все прошло гладко, а начальник, довольный результатом, выписал вам премию. Вы сегодня должны объединить весь коллектив и направить его силы только в нужное русло. Не сомневайтесь, пожалуйста, в себе. Вы на это способны, пусть даже еще и не подозреваете об этом. Дел у вас в течение этого дня появится очень много. Не стоит этого бояться или же расстраиваться. Это хорошая возможность завершить все то, что вы постоянно откладывали, и взяться за новые, которые будут более перспективными. Фитнес-тренерам нужно в этот день быть очень аккуратными. Следите внимательно за всеми вашими клиентами, так как кто-то может не рассчитать свои силы и возникнет неприятная ситуация. Лучше быть более осторожным, чем потом исправлять все то, что получилось. Не стоит сегодня посвящать мало знакомых людей в свою личную жизнь. Это вообще не очень хорошая затея, а в данный день она вам принесет только неприятности. Стоит научиться обдумывать все свои действия и просчитывать все наперед. Это очень хорошее умение, которое способно многого от чего уберечь. Женщинам в этот день нужно открыть для себя что-то новое. Возможно, измените свою внешность, покрасьте волосы, сделайте профессиональный макияж, сходите на фотосессию. Это то, что должно попробовать каждая женщина, так как впечатления будут после этого самые незабываемые. Вы будете чувствовать себя на высоком энергетическом уровне. Вечером приготовьте вкусный ужин, посмотрите интересный фильм, так, чтобы получилось у вас расслабиться. Мужчина в этот день нужно доказать свою правоту в создавшейся ситуации и показать все то, на что вы способны. От того, как вы проявите себя в работе, зависит то, что вы в ближайшее время благодаря ей получите в свою жизнь. Не соглашайтесь все, что вам предлагают. Вы должны иметь свою точку зрения и быть готовыми ее отстоять. Уделите больше времени своим деткам, сводите их куда-то, купите какой-то подарок. А для того, чтобы провести следующий ритуал, вам обязательно нужно в этот день изначально настроиться энергетически. Для этого закройте глаза, медленно посчитайте до 5, при этом постарайтесь освободить голову от каких-либо мыслей. А когда досчитаете, проговорите следующие слова. Сильная энергия этого дня для вас энергетический канал открыла. В него войдите, меня окружите, защитной стеной от помыслов недоброжелателей оградите. Затем возьмите кусочек белой ткани или возьмите белую салфетку и напишите на ней следующие слова: «Порчу не нашлет на меня никто, так как с этого момента под сильной защитой нахожусь, с глаз отобью и к себе его не подпущу. Энергетическое поле мое от людей злых закрытое, негативу не подвластно, все, что ко мне отправлено будет, обратно им вернется, а меня таки будут продолжать светлые энергии окружать». Затем от 5 спичек это сожгите. Визуализируя вокруг себя в этот момент крепкую стену, через которую никто не смог бы никогда пролезть. Старайтесь сделать все правильно, это важно. Когда все сгорит, пеплом намажьте ладони и проведите ним, начиная от головы и до ног, 5 раз. Затем сзади, начиная от макушки головы, и постарайтесь дотянуться до лопаток. При этом говорите следующие слова: «Пробоинам в биополе моем не бывать, так как повредить его не под силу никому. Кто попытается это осуществить, жизнь свою изменит и вред себе сильный причинит». Затем оставшийся пепел развейте, руки ополосните и дайте им высохнуть. Это очень энергетически сильный ритуал, благодаря которому вам не стоит больше переживать о помыслах ваших недоброжелателей, и вам теперь просто не достать. В этот день обязательно оденьте одежду темно-коричневого, темно-синего, темно-зеленого, темно-бордового цветов. Если одежды такого цвета нет, возьмите нитку такого цвета, завяжите на 5 узлов и положите ее возле порога. При этом скажите такие слова: «Все хорошее, что дверь входную пройдет, приумножаю и в доме оставляю».
Вечером нитку просто возьмите, выбросите в окно. Друзья, эти знания, эти обряды, ритуалы, практики передавались нам от наших предков и помогут вам и дальше менять свою жизнь только в лучшую сторону, наполнять ее приятными событиями, притягивать только светлые эмоции и положительные энергии. А также они научат вас сильным ритуалам и расскажут, когда вовремя и что нужно проводить. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной и важной для вас информации. Друзья, всех вам благ!